à Pep. Il doit me présenter ses excuses parce qu'il m'a manqué le respect ouvertement à plusieurs reprises et je n'accepte pas ça. Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça la loi chez moi. И вот ради этого, собственно, мы все здесь и собрались. Итак, представьте себе интригу. Барселона, которая может сыграть и выиграть второй подряд Кубок чемпионов на стадионе своего главного соперника, мадридского Реала, который выбыл из Лиги чемпионов. Пеп Гвардиола на предмиссии. В результате Жозе Мауриньо в воротах. Жулио Сезар в обороне справа и на первой линии атаки. Располагается вот сейчас опасная ситуация. Ибрагимович своим каратистским ударом носком бутсы попытался переправить мяч в ворота, не получилось. Ну, в общем, следили за ними, играет Хави, шестой номер, 16-й Бускетс, 15-й Кита, 17-й Педро Родригес, 9-й Ибрагимович и 10-й Месси. Месси пока что перемесовал Катеначо, который он поставил Интеру. Удар мимо ворот, оно так или иначе присутствует. Как бы другие тренеры не хотели поменять что-то. Контратака через левую зону. Нет, здесь положение вне игры. А влево Самуэль, отдай пас. Но все на такой скорости происходило, что оценить это, в зависимости от того, какая команда играет на выезде, но в данном случае это Барса. Случайно сейчас шипами наступил на кисть руки Алвесу игрок Интера. Ну, самое главное, как любопытно все в этом мире происходит. Нарушение правил. Нарушение правил, свисток арбитра. Пока без ударов по воротам проходит эта игра. Неудивительно. Всего лишь три случая в истории турниров УЕФА было, когда братья друг против друга играли. Ну, посмотрим. Сам вот буквально несколько дней назад. Вернемся на футбольное поле. Клуб в Кубке УЕФА. Может быть такой расклад сил, при котором Италия потеряет через три года свое представительство в Лиге чемпионов. 1-0 должно быть! И это гол! Это Педро Родригес открывает счет! Барселона выходит вперед, 1-0. Не забиваешь ты, забивают тебе. Мы с вами только что в этом лишний раз убедились. Бывший игрок Интера. Лучше всех знающий этот газон, даже лучше Ибрагимовича, поскольку команда начала участие в нынешнем сезоне, со старта этого сезона. А именно, в чемпионате Италии, хотя впереди Рома на одно очко. Надо раскрываться Интеру чуть-чуть. И вот момент, Лучо! Не игры. Но вот как сейчас. Опасно. Сравнивать счет надо. И не попадает. Милито. Милито тоже устал. Милито почти не забивает в последних матчах. И перед этой игрой. Ну вот Это'о свободен. Получит передачу. И там Милито. Пас в район 11 метров. Налево. Сравнивай. 1-1. Уэсли Снайдер. Или как его здесь звонко в Италии называют? Знайдер! Знайдер! 1-1. Здесь очень высокие трибуны. Как люди сейчас не падают с верхних ярусов, я не знаю. Сейчас вместо него Пандев как раз закрывал эту зону. Занетти сместился. Видите, они как играют? Теперь понятно. Дело в том, что Месси встречает лишний игрок. А именно Занетти. Вот что значит разнообразие атакующих действий. Опасно. Ох, как здесь играет смело Джулио Сезар. И молодец Ибрагимович. И вновь без нарушения правил. Но здесь Месси сам поскользнулся. Ой, как ему досталось. Но это было совершенно случайно. И без Лусио пробить по мячу некому было. А вот штрафной. С четырех шагов удар! Рикошет. А могло бы полететь немножко ближе к воротам. Второй мяч. Все, отправляет команды арбитра в раздевалку.
никуда не уходить, появлялась из-под трибунного помещения. А Интер уже весь готов к борьбе, к игре. 1-1 после первого тайма. Не буду в 155-й раз повторять. И весь мир, не только потому, что это потрясающе, которое многие переживали в эти дни. Милито, опасный прострел, Панди! Вот это начало Интера. Ах, не зря они вышли раньше Барселоны на поле и подготовили вот такую ошибку. К воротам! Милито смещается, Майкон! Майкон! 2-1! Майкон, который не играл практически в атаке весь первый тайм. Это работа тренера. Он переключил рычаг. Он велел Майкону играть дальше вперед. И это сработало. Две атаки правым флангом. Вы видели, как Интер начал? Интер вышел раньше на поле, чем Барселона. Интер включился раньше Барселона во второй тайм. Ну-ка, Месси. Месси! Рикошет и выручает Жулио Сезар. Насколько корректно, хотел сказать, пока играют. Ну вот Лусио вылез, смотрите, на метров 15 от своей штрафной площади. И тут же ему пришло флага. Пять футболистов Барселоны в штрафной площади. Удар! Еще борьба за мяч! И выручает Жулио Сезар, поднят флаг арбитра. Думал Самуэль Это'о. Это не чемпионат Италии. Большой. Допустил Камбьясо. Офсайд поднял арбитр, подумав, поднять мне флаг или не поднять. Настоящий Интернационал. Можно играть и какую ошибку. Последнего паса. Атака. Пас вдаль. Удар. Противоход. Офсайд. Офсайд или нет? 3-1. 3-1. Это другой расклад. Это другой расклад. Я ничего не вижу. За редким исключением сюда просто не смогли добраться. Они не дают увидеть, что происходит там. Там какая-то куча мала. 3-1, Интер впереди. Неужели там не было офсайда? У слайдера-то не было, но кто последний? Милито касался мяча. Неужели он был в правильном положении? Давайте-ка смотреть. 3-1. Плюс 2. Забегание. Абидаль. Абидаль. Прострел. Мяч-то очень опасно свистел вдоль вратарской площади. Который Гвардиола играл вместе с Роберто Баджо, еще он застал это время. И поэтому своим учителем тренерским Гвардиола... Подножка не грубая, но это срыв атаки, поэтому желтая карточка Кейта награжден. Месси! Обвел стенку, положил мяч в угол, но Жулио... У Гвардиолы еще есть возможность использовать замены. И еще одна опасная атака Интера. Снайдер! Я бы еще раз хотел отметить. Отрабатывает. И вот момент! Где мяч? Не попадает мяч в ворота. Всей командой отбились. Всей командой. А вы видели, кто атаковал? Почти отыграли этот эпизод в обороне. Продолжается атака. Удар! Но Месси максимум, что практически максимум, что можно было выжать из этого. Прекрасно. Балотелли пробил мимо. То ли еще будет на Камп Ноу? То ли еще? Секунды есть? Нет, никаких секунд. Все, звучит финал. Parce que Guardiola, il m'a vu dans le tunnel. Est-ce qu'il m'a salué dans le tunnel? Il ne m'a pas salué dans le tunnel. Il a attendu là où il y avait tous les caméras. Moi, quand il a regardé le visage de Thierry Henry, ça dit tout. Parce qu'ils ont vu la scène. On était tous dans le tunnel. Regardez Léo Messi. Regardez le visage de Léo Messi. On était tous dans le tunnel. Il ne m'a pas salué. Il a attendu quand il y avait toutes les caméras. Pour venir.